Чапик, какой йогурт будешь, розовый или голубой? Ой, голубой упал. Что, остался только розовый, да, вот этот. А детское питание, Чап, какое будешь? Голубое? Чап, а там каша. Кашу будешь? Да? А ты ее что, любишь, что ли? Нет, не любишь. А зачем тогда ее выбрала? А шоколадку какую? Вообще-то это моя. А, нет? Ну ладно. Вафли голубые или розовые? Розовые. Голубые не хочешь? Нет, розовые. Ну ладно. Конфеты розовые или голубые? Голубые. Хорошо, я их тоже люблю. Самое вкусное. Пюрешки детские. Какую будешь? Розовую выбрала? Хорошо, давай тогда откроем, посмотрим. Будешь пробовать? Сейчас я тебе открою и попробуешь. Подожди немножко. Сейчас еще Тоська прибежит. Ой, как вкусненько, Чапа, с яблочком, с бананчиком. Твоя любимая, да?